У нас новая серия. Положили Нурлат, Муйрлат, Нурлан. Я не знаю, как он правильно называется. Короче, вы поняли. Все, притянули шпилечками. Обрезали. Вот так все это выглядит сверху. Там внутри пойдут балки, доски с перекрытиями. Так, но это уже будет завтра. Идем дальше. Меня положили лаги, скрепили болтами. Скрепили болтами там с двух сторон. Так, к армопоясу на дюбель и шурупами зафигачили. Ну и там, соответственно, уголки. Тропила уже стоят. Но здесь 2.30, а здесь 2.20. Уже сколько лак уже положили уже за весь день. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, 15 лак за день. Ну еще на день. И все лаги закончатся. 2.2 получился конек по высоте. Ну и, наверное, раз, два, три, четыре, пять метров он в длину. Как-то так. Стропила выглядят. Так, поставили так называемые кобылки, где дальше будет подшиваться так называемый карниз и софиты, короче. Можно и без короче, конечно, но никак не получается. Тут еще ничего не подпилили. Пошли класть из Испан IQ и класть обрешетку под волну металлочерепицы. Обрешеточка кладется, процесс этот не быстрый, подгонять нужно каждую доску к шагу металлочерепицы. Так это выглядит сверху. Осталось чуть-чуть, опять из-за спана этого не хватило. Получается, ушло на крышу 140 квадратов, 280 из-за спана. Плюс эти нахлёсты все, короче. И эти нахлёсты съедают из-за спан только в путь. Шмель какой-то сидит. Уже поселился кто-то в доме. Осталось буквально раз, два, три, четыре. Ну, еще 30 квадратов рулон купить из Испана и будет нормально. Так, ну что, закончили они
крышу делать, то есть обрешетка и контрабрешетка. Не знаю, почему они решили сделать так, именно так в этом месте. Надо будет уточнить. А так осталось ждать металл. Должны привезти завтра или послезавтра. Как-то так. Так, ну что у нас идет? Крыша. Графит. Все ровненько. Одна сторона за день. Вот как все это выглядит сбоку. Вот прицепчик, конечно, вещь. Можно было сюда еще побольше запихать. А так 24 пачки минеральной ваты загрузили. Можно было еще наверх вот такую пачуху штуки 4 на крышу. Можно было еще в салончик положить. В принципе, нормально. Без прицепчика стройку вообще не начинаете. Все, едем, корсак, угружаться. Все, доехала ватка в целости и сохранности. В принципе, даже ничего не перевязывали. Еще можно было сверху бахнуть стропой, перевязать и перевести еще побольше. Крышу металлочерепицу покрыли, остался конек. Конек увезли на переделку. Потому что сделали 200-й конек. Что-то он как-то не смотрится. Решили сделать его 150-м. Там отдали на завод. Его немножко укоротят. Там завальцуют. Нормально будет. Потому что он не смотрится. Какая-то лепеха здоровая. Короче, 200-й. И сделали. Сделаем 150-й. По обрезкам. Ну, в принципе, так. Обрезков. Нормально получается. Да. Если делать крышу мягкую кровлю, то обрезков вообще не будет. Но при металлочерепице обрезки неизбежны. То есть как-никак вот этот угол с того идет на обрезки, помойку. Так, пошел у нас черновой потолок подшиваться из-за спан. Тут проклеим скотчем специальным. Тут оставили немножко нахлёст. Потом, я не знаю, либо на герметик посажу, лишнее обрежу, чтобы было более герметично. Как-то так. Спан сюда. Пароизоляция идет за спан Б. Некоторые доски, которые у нас лежали неправильно, немножечко подчернели. Сейчас попробую их работать средством. Посмотрим, что будет до и после. Вот у нас отбеливатель для древесины. Посмотрим, как он справится с доской. Что будет у нас завтра с ней. Ну все, в принципе, она имеет вот такой вот вид. Еще по-хорошему щеточкой пройтись. И нормально. Скажем так, сердце работает на 70%. Вот что было куплено для склейки из аспана. Вот специально получается лента. Она такая тоненькая, но... Не смотрите, что она тоненькая, она достаточно липкая. То есть она внутри армированная, прозрачная и очень-очень липкая. Она еще усиленная получается. Специально для изоспана усиленная двусторонняя лента. Можно использовать еще герметик. Герметики специальные, но не все подходят тоже. Герметики там для склейки. То есть это герметик клей. Другие ленты, конечно, можно использовать, но они неэффективны. То есть все, что меньше 1000 рублей, это будет отклеиваться у вас, я не знаю, там через некоторое время, либо сразу же. А вот это вот, в принципе, она достаточно эффективная. Так, ну вот, проклеили. Вот она держится. Ну, в принципе,
тяну с усилием, ее не оторвать. Ну, можно оторвать, но это нужно приложить максимум, как говорится, усилий. Вот как-то так эта лента держит, ну, хорошо держит, мне нравится. Ну все, подбили потолок, обрешетка и заспан. Такой он получился. Это ждяра льет. Осень пришла. Так, ну вот она у нас, утепление. Утеплили ватой 150, пока мись, потом еще будем доутеплять, пока не хватило у нас денег. Вот так вот получилось. Вход у нас здесь, котельный, на чердак, потому что можно было в коридоре сделать. Ну что-то, не знаю, отговорили меня от коридора, сделали так. Так, дождик идет, как раз таки посмотрим, что тут у нас с крышей, с изоспаном. Вроде все сухо, ничего нигде не капает, не протекает, слава богу. Дождик такой хороший зарядил, вроде пока все норм, все сухо. Дырочку сделали небольшую, сволочи такие. Строители. Надо будет заклеить потом. Не сказали. Поганцы такие, паршивцы. Могли бы сказать, либо заклеить. Я думаю, это недолго. Вход на крышу сделали котельной. Хотел я его сделать в коридоре тут, но под него тогда надо было кидать балки эти, еще одни, либо наращивать тут, получается, балку, потому что это поперечина шла у нас прям по армопоясу, соответственно, нужно было наращивать. И тогда мы не попадали бы в размеры люка. Получается, размер люка у нас 60, и расстояние между балками здесь 60. Если мы наращивали бы, оно было бы уже, получается, 500. Тогда тут нужно было вырезать. Тут, короче, балка идет посередине. Короче, неудобно. И решили сделать люк тут. Немножко залазить на крышу неудобненько. Но, в принципе, нормально получилось. Здесь немножко башкой ударился и дальше полез. Так, ну что, даже бахнули дверь сегодня с Колей. Она даже закрывается и даже висит. Коля. Коля не захотел сниматься, но спрятался. Коля, иди скажем спасибо тебе. Я бы без него не повесил. Тяжеленная сволочь. Даже закрывается. Нормально так. Все, дверка есть. Временная дверка, но все равно 4000 рублей. А не, 5000 рублей. Даже
закрывается. Ну все, осталось окна бахнуть. И можно заезжать. Все, пошла установка окон. Выставили. Оставили 5 сантиметров. Бахнули мы форточки, то есть окна. Вот что у нас получилось с этой стороны, вот что получилось изнутри. Здесь небольшая проблема, бахнули мне маленько ошибки алюминиевый. Алюминиевый порог. А должны были они мне бахнуть не алюминиевый порог, а обычный. Вот такой вот, короче. Ну, будут переделывать, сказали, полностью менять. Полностью менять это вот изделие. Вот как это выглядит снаружи. Уже похоже на дом. Это окно мне нравится. Сплошное, конечно. Хорошо стоит, удачно. Следующее, что я хотел сделать, это защитить, получается, монтажный шов пены герметиком, потому что если его не защитить, пена у нас будет разрушаться. То есть мы срезаем пену и наносим акриловый герметик. Это уже готовый вариант. Сейчас покажу, что надо для этого сделать. В принципе, ничего сложного. Срезать пену, нанести герметик. Если герметик не нанести, пена начинает разрушаться. Мягенькая такая становится. И вообще теряют свои все свойства. Вот здесь все нужно защищать. Это произошло за год. Все, все срезаем пену ровненько, потом наклеиваем скотч, замазываем герметиком. Герметику самое главное, чтобы он был паропроницаемый. Акриловый герметик, именно главное, чтобы он был паропроницаемый. Снаружи паропроницаемый, изнутри мы должны использовать паронепроницаемый. Я использовал вот такой вот. Так, в принципе, можно использовать любой. Главное, чтобы были соблюдены условия. Есть еще герметик СТИС А и СТИС Б. СТИС А снаружи, СТИС Б изнутри. Но я его не нашел. У нас на Сахалине в продаже его нет, только под заказ. А в принципе, этот сгодится. Все, главное здесь пару миллиметриков оставить. Так, ну вот что у нас получилось за строительный сезон. Сделать такой вот домик 10 на 10, почти одноэтажный. Это у нас другая сторона. Здесь планируется еще террасу сделать. Это видео я записываю вообще исключительно только для себя, чтобы на память было у меня о строительстве этого дома какая-то видеоинформация, да и так показать, посмотреть, сравнить. Исключительно только для этого. Брать пример с меня не стоит вообще абсолютно, от слова совсем.